А что если снова Рашат с нулевой, но только с помощью другой комбинации? В этой игре нас ждали взлеты и падения. Ой-ой-ой. Надо было, мы неправильно начали. Да. Ну ладно. Я смотрю, он не хочет. Ну можно еще раз сделать, ничего страшного. Теория сделаем? Да, let's go. Только мне нужно залутать, Антох. Лутаю. Соло. О, хорош, пятый левел. Достигли хорошего результата. А теперь нужно красиво задушить. Тебя забирать? Да, да, да. Забирай, забирай, забирай. Ты не заберешь его. А, он выжил, Хорошо. Да, смотри, как сладко стоят. Пятеры. На. Эх, чуть-чуть не достал. Нормально. Ой-ой-ой. Вот это было мощно. Ой. Нормально. Что за хрень? Ну, блин. Нормально, нормально. О, там номи год. Ух ты. Добро. Ай, нормально, 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 живем. РП ложишь, убиваем. Да, она до сих пор там номи годит. Нормально, нормально, нормально. Дальше. Ой, ты смотри, гости из будущего. Гости из будущего. Ой, брат. То самое чувство, что нужно. Шуткануть, сделать ультракил на вставочку и просто показать хороший контент. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новое видео рубрики «А что если?». А что если снова Рашат с нулевой, но только с помощью другой комбинации и дополнительно, конечно же, нифиговый разнос. Сегодня, короче, мы это я, Антонио. Да, здравствуйте. И Абдушка, короче, решили сделать интересную вещь. Это АП-мод, кстати, пацаны, сходу. Хорошо. Короче, мы решили сделать одну очень-очень-очень интересную штуку, которая у нас позволит забирать Рашана тоже с самого начала. Пойдем? Че, идем? Нет? Хилка. Мне 10 голды не хватает на хилку. У меня есть 2 хилки, погнали. Уже пошло все не так. Уже все пошло не так, ничего страшного. Мы должны успеть, короче, забежать Рашана. И, короче, наша задача сегодня забрать Рашана на ФП, выразимся так. Ну и с помощью виспа, это довольно-таки потяжелее немного задача, нежели чем хилку. Да все нормально, птиц. Хорошо, это немного задача тяжелее, поэтому, ребятки, обязательно лайк за старание, не забывайте подписаться на YouTube канал, конечно, не забывайте залетать в ТГшечку, ну и залетайте на стримы вечером 19 по МСК, ну и бывает чуть-чуть попозже. Поэтому, ребят, спасибо всем, мы начинаем заход, спасибо вам за поддержку, от души, танкуешь? Танкуй! Танкуй! Сейчас на меня агриться будет собака. Все, отходи. Хил. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Она была. Мы неправильно начали. Да. Ну, ладно. А че он на тебя смотри, он не Ему пофигу. Ну можно еще раз сделать, ничего страшного. Теория сделаем? Да, let's go. Да, во-первых, я не знал, что 10 голды не хватит. Так, ну что, вторая попытка. Это намного тяжелее, чем с Леориком. С Леориком вообще можно просто ногами забирать это. Тут именно грамотно нужно растанчить. Подойди ко мне, я привяжусь. Побыстрее забежим, мне же надо танчить первому. Давай. И не забудь хилку дропнуть и поднять, если он тебя курьером вложит. Хорошо, и на миду. Прыгай. Поехали. Все, отходи, отходи. Все, тизерись. Сильно с рошпита не выходи за полоску. Хорошо. И самое главное мне залутать эту всю экспу. Танкуй. Танкуй, танкуй, танкуй. Смотри, Ру. Идет. Забашила. Мастер уйди! 6. Уйди! 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 Блин, это походу еще одно ребует. Мы заберемся сейчас Рашана 100%, но это еще одно ребует из-за того, что у нас есть вот такой вот валеночек небольшой. Танчи. Отходи, 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 отходи. Хорош. Только мне нужно залутать, Антох. Да-да-да. Он оставляет. Все-все-все, лутаю. Соло. О, хорош, пятый левел. Пятый. Блин! Почти, едва, вот со второй попытки, но почти-почти инвокер заруинил. Почти-почти. Ну, дипломатия решает. Он такой, типа, ну... Дипломатия. Уйди, уйди! Уйди. Вот она, дипломатия.
Так, Антонио. Хорошо, хорошо, стоп. Я подведу итог. У нас получилось это со второй попытки. Со второй. И это немножко тяжелее, чем обычно, конечно. Но все-таки получилось. Так, я взял куру, веду сапог. Я иду, мне только клепнуть надо, пацаны. Мне только клепнуть надо. Только клепнуть. Давай. Оп. Хорошо. Давайте я подведу итог. Ребятки, со второй попытки у нас получилось это сделать. Со второй, это не вранье. 100% со второй. Ну и, конечно же, вторая часть челленджа по этой игре, это то, что нам необходимо собрать определенный шмот на Урсу. Ребята, конечно же, мне будут помогать это делать. Вы готовы мне помочь? Мы готовы, дети. Так, короче, пацаны, короче, смотрите. Блин, у меня 30-я секунда игры, у меня 6-й левел. Но опять раками играешь. Смотрите, как их там, актеры. Алхимик, 5-й левел. Ой, 1-й левел алхимика, я 6-го. Это читы какие-то. Ну реально, типа, у него 1-й левел, у меня 6-й. Иди, Афит. Все, морально просел, братец. Слушай, а остальные... Подожди, нулевая минута, твар команда у чела уже. Прикинь, нулевая минута, твар команда. А я его не буду убивать. Я не буду убивать себя. Твар команда. Короче, смысл такой, что в принципе, то, что мы замыслили, это реально получилось. Ух ты, нифига. Все, не трогай его, он там обиделся. Он, короче, чисто этот... Твар команда. Бара. Ладно. Осуждаю максимально то, что он пишет. Осуждаю. Так, короче, мы... Попытки-то мы будем рассказывать, которые были? Нет, ну мы... Нет, с первой... А, я понял, ты для поддержания разговора. Реально, мы со второй попытки это сделали, ребят. Со второй попытки. И это очень круто. Пробуйте с друзьями. Ну, мы, можно сказать, втроем. Почему? Потому что... Так, я пойду в ганг, пойду на топ схожу. Мы, в принципе, это сделали со второй попытки. Пробуйте с друзьями. Магнус взят здесь не просто так. Здесь у нас Урса будет в Full Splash. Тут будет у нас Battle Fury, Butterfly. Здесь у нас будет тактический фит. У нас тут, короче, ну, максимальная стратегия. Хены актеры, в принципе, стандартная игра. И я думаю, можно начинать вот этого актера уже. Ох ты, нифига, ты профессионально зажал. Понял. Гайды, смотрим хейна, братья. Научитесь или так. Хотите так же? Смотрите гайды. Да. Это жизнь. Найс угол. Угловой. Это в девяточку. Кстати, угол тоже актер, если что. В угле актер. Угол актер. Угол это актер. Актер это угол. Так, пацаны, ну я гангаю с первой минуты. С первой минуты на ганге иду. Опа, барочка идет. Плюс 40 дэмэджа на втором. Ой, бро, клепчик даешь. Что, почему они, почему все такие безлевельные, я не пойму. Да вообще капец. Ух ты! Я это трипл килл сейчас сделаю. Как он выкаблучивается. Как это? Как это? Хены актеры, играет Ракми. 24 на 7. Кем играет Ракми? Правильно. Овны, что-то просто тотальное уничтожение. Все там, все, можно ливать, короче. Третья минута, сколько фрагов уже? 0-11. Вот это самое главное, что 8-й левел. А, жесть, на самом деле очень сильно бустит соло Рошан. 5,5 дает. Да, 5,5 левелов, самое главное. Анонимус, 5,5 левелов, дядь, между прочим. А знаете, в чем прикол? Я забыл запись включить. Ну, заеб... Не матерись, я обманул. А я знал. А я остановился, я понял, я допустил. А я на топ. Я допустил. Наверное, это не. Я остановился, я успел, я не матерился. Все, хорошо. Короче, ну вы поняли, хены актеры. Назовем эту игру хены актеры. Почему нет? Актеры. Хены актеры. Опа, а Еги закончился. Пора бежит. Хены актеры. Засканили. Засканили тебя. Ты просвечишься полностью.
Хорошо. Ох уж это дота. У тебя есть маска уже? Не, я без маски, я через персеверанс. Ты это знаешь что? Стакай N6, стакай низ, там вверх, все подстакивайте здесь по максимуму, да-да-да-да. Я думаю, может я сейчас 9-10 левел клэпа возьму и, наверное, буду с клэпами фармить. Короче, сейчас выйду, сейчас выйду в БФ, плюс у тебя двойка будет. Все, это вот. Фармит. Хорошо. А я без даггера просто буду. Нормально, нормально, нормально. Сейчас наша главная задача это сделать токсический фит, окей. Токсический фит. Не, это я умею, да. Но я всегда так делаю на стриме и говорю, что меня гангают, а на самом деле я просто фижу. Кайф, как легко фармится. Так, у меня же аеги нет. Как легко фармится. Чё, я такой, знаешь, в голове держу потенциально, что у меня была аега, и я такой потом, так, подожди, у меня же нету аеги. Ой, тупой, ой, тупой. Ну то ладно, ничего страшного. Усур. Так, ингалятор принимаем, пожалуйста. Сур, атака, пуй. Ну, сыр, это карты по факту. Блин, по кайфу, пофармил, вкусненько очень. Сейчас в лесочек нырну. Все-таки лучше, наверное, маску сделать. Я думал, мне пассивного регена будет хватать, но, в принципе, я смотрю, что не хватает. Тебе надо? Не-не-не-не, норм, норм. Подстакивайте, все норм. Море норм. О, не надо, пожалуйста. Пожалуйста. Он тебе мут за что? Нет, не мут, там кого-то кикают. Сейчас неполноценная игра будет. Не, в принципе, если там алхимик просто фидит, то лучше его кикнуть, контент будет лучше. Если пацаны заряжены там на победу. Не, если бы он просто фидил, у него больше смертей было. Он пытается... Ну, он, видишь, он там в скроллы кидает. Ну, чисто актер! А, пойдем, пойдем, пойдем вниз, пойдем вниз. Да отстань, актер, кик! Да, он в натуре фидит. Ладно, пик и это и рак. Кикает аркуй. Стой, 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 надо успеть стакнуть. Ну это, конечно, такой себе. Если такой фидер, то уже могут реально сказать. Мне не нравится такое дело. Могу сказать, что тоже под какой-то подставной чел. Это актер. Он там краешком, знаешь, ацит закинул, чтобы армор снять Рошану, и мы там забрали. Ну, короче, стандартное обманывание подписчиков Хенозелса. Это, знаешь, какой-то новый мировой уровень там. Типа, там кто-то там всякие ставки, ракетки рекламирует, да? Обманывает подписчиков. А Хен тут такой, видосы подставные какие-то. Он опять идет фидить, что мне с ним делать? Увозить не трогайте его, нафиг он нужен. От инвокера. Ну инвокер его хочет убивать. Ну он такой, конечно. Мусур. Ну мусур это карту. Если ты смотришь, ты не мусур. Красава. Ну я его не убиваю, потому что мне неинтересно его убивать. Конечно, заплатил им, все еще и убивать. Тысяча капций на дороге не валяется. Да. Так, я успеваю, скивер. Успеешь, скивер. Успеешь. Так, я Маднес все-таки сделал, с Маднесом будет чуть быстрее фармить. Да, успею. Два раза. Нет! Я не ударил, да? Ударил. Успеваю? Хорошо. Да, в муте. Но хорошо, он Соня. Ой. Фига там а бара. Это... О, а че он у тебя? Ну, что за МТФ? Ладно. Просто. Дай мне мани, дай мани. Мани. Я сейчас накнул? 1, 2, 3. Нет, не стакнул. Вот. Вот. Блин, стак, надо тебе мангу сдать. Ну, чисто единоличник нахи на здесь, тупой. Я ж ману могу дать. Иди, да, стак. Двойку даешь мне, я пошел. Можно Эншента побить, да? Или с БФом там, лучше? Там мало. Мало? Рошан. Там Рошан, по-моему, устал. Пойдем Рошу. Пойдем Рошану сходим. Блин, вот я пацаны чисто кайфуют. Кайфуют эту доту, ходят там, убивают всех. О, ты улетел? Просто такой пш. И такой я обратно. Ох ты, и бара бежит. Дядь, притизеришься ко мне? Умничка. Только отпусти меня, чтоб не со мной. Хорошо. Найс, они тебя просто отпустили, да. Я сам заберу, в принципе. Знаешь, что, Антонио, делать можно? Становишься вот здесь, вот центр, раскручиваешь виспов. И по таймингу там где-то примерно раскручиваешь на 47-й, полностью их вверх поднимаешь и 3 кемпа стакаешь сходу. Это правда, но ты не враг. Да, и только вот здесь вот надо подрубить, я сейчас подрублю. Хотя 9-я минута, сейчас не буду подрубать. Может тизером, да, но у самого у него не получится.
Вот мы сейчас немножко, так сказать, фишечки доты. Антонио просто не играет первую доту, он больше играет сейчас вторую, да и в принципе вообще играет постоянно вторую, поэтому, в принципе, первая дота ему не интересна. Ясно, Антон. Вот, и удачи и приятной игры, как говорится. Но, кстати, с Антонио мы запишем видосик один, очень интересный, который называется «А что если найти Dota 2?» Я думаю, многие поймут, о чем речь, но многие не поймут. Немногие могут, а многие, не могут. Что? Что этот полоумный хинозес несет? Найти Dota 2, что же это может быть? Кстати, если хочешь, можем, по-моему... Не знаю, если ранги пропускают... Там, я не знаю, какая еще там система. У меня есть аккаунт из ПТС. У меня нету. Я тебе дам. Ну, можно так. И удобно, да? А что тебе надо? Ты хочешь во вторую игру сыграть? И нет. Ты... Тебе очень... Всего наконец-таки будет... кикнули. Тебе будет неудобно. Сейчас там подобавляли всего. Да не, нормально. Профессиональный дота. Так, вот это убираем. Так, не забывайте стакать эншентов. Короче, наша задача тут прям красиво сделать. Ой! Так, тактический фит тоже, кстати, очень полезная штука. Кто там внизу? Иншвокера убивать, да, будущего? Ага. Ну-ка, иди сюда. Опа. А, я не успел. Ой, ти, смотри как. Возишь? О, он увел. Нет, ладно, я все равно. Погиб. Ну, даггер я купил перед смертью. Продал арканы за фул. Нифига себе, ты там аркану продал, там даггер купил. Это махинации. Я разобрал ее. Я разобрал, чтобы деньги не потерять. Махинации чисто. Пердок занюхал? Кто это, кстати, вот это спамил? Мансур Банкиров, да, вроде? Нет, короче, я когда стриковал на Вокере, не помню, какая игра была, там был чел, который постоянно писал: пердок занюхал, я занюхал пердок. Ставил паузу и пишет большими буквами: я занюхал пердок. Стак, не забывайте, товарищи. У меня сейчас почти уже есть БФ. Тупо леса гоняются Егисом. Марсюн Банкиров. Сейчас так забавно, быстренько. Так, шисп у нас. Кстати, солрингом зальешь ману? Так, я РПФ крипов дал, чтобы они стакнулись. Спасибо. РПФ крипов. Я реально РПФ сейчас пэншей дал, чтобы они стакнулись. Ты давай мне баф даешь или нафиг идешь? Хорошо. Усра раскочегаривается. У нас почти есть уже бутерфурул. Бутерброд. Бутерброд. Ну, кстати, поздний БФ, по сути, но это без фрагов, просто тупо крипингом. У тебя мом еще. Да, я решил не делать БФ, я сразу решил в Маднес выйти. Так, есть more gold. 2, 6, 1,5. Как там, Антонио, помнишь этот? Need more lumber. Вот вообще по кайфу. У тебя 9000 на 12-й, это как 2 на творца митера. Двух мидеров. Ой, там это Антонио плохо помочь. Антонио Бандерас. Ко мне можешь тянуться, мне ману заливай. Опа. Какую очки. Ману? Ману с солринга на фул вообще там. Так, да. У меня есть бирифлюри. Можно веншента сейчас. Давай сейчас кружочек здесь бахнем и веншента погнали. Так, под бафом. Так, ну что, баф у меня уже есть. И плюс с бфом. Пойдем, Антонио, заколотим быстренько эншентов. Я чисто кружочек здесь сделаю еще. И в эншента ныряем. Сейчас сплэш, у нас около 70% должен быть. Гоу, заэкспимся. По кайфу. И next там нужно сделать что-то типа бабочки и буризы. Нифига тут что, стаков нет вообще. О, нормально. Ну да, я же говорю. Что нормально, быстро. Я вообще не почувствовал их. Давай, знаешь что, вырубим тут. Чуть полегче, чтобы тебе было. Лесорубим. Стакать, да, лесорубим. Опа, это кто такие? Это они... Так тут стак. Да, оно не заблочится, дядь, нормально все. Тут главное... Вот это ты сейчас. Заблочил. Нет. А, тут это драка некоторая. Некоторая драка. Хорош. Я есть. Пил просто. Вы там пофайтились. Ой, ты, это ты, ты заблочил. Ты заблочил. Нет, ты заблочил. Нет, ты заблочил. Такой понял сразу и такой, нет, это ты. Как там?
Блин, как это называется? Nice RP. Жесть, у него долгая загрузка была. Nice RP. Меня уже троллят. Я даже RP в пол не жал. Как этот, блин? Заднюю дал, да? Нет, ты заблочил. Хорошо. Блин, я очень жестко с этого сплэша просто. Прям. Сколько дает? 35 клейва. 35 клива с этого, с Беофиуса. И с твоего 50, по-моему. 50, 35. 85. Очень жестко. Ну не 85, где-то думаю 80-70, потому что по убыванию доты вот этой, как обычно. А что, на клейв распространяется разве? На все распространяется, жесть. Жесть, 2 BF, это тебе не 70%. Да я иду, что-то смотрю, вас прессингуют, но вы все сдохнете, как говорится, а я... Норм, мы на тебя ведем. Рина норм, хоп, Рина стоп, эй! И стоит. Море норм. Ну ладно, пусть бежит, старый пердун. Захилишь меня, мани? Дашь мани? Мани? А эншентов кто стакать будет, я не понял. Эншентов кто стакать будет мне? Во, лить, жесть. И отпустил. Он меня не забрал, смотри. Ай, крисаба. А двойку дашь? Стакнешь? Да, я зафармлю быстренько и стакну еще. Не, смотри, какой собака, не умирающий. О, найс, стак есть. Ты там стакнул? А, Антонио, стакнул, да? Смотри. Я в дракона не попадаю. О, монет. Мои мани. Хорошо. Да. Блин, я очень хочу отписать видос еще, связанный с алхимиком. И это вообще оверкрутой видос должен быть. Алхимик. Да. Но у меня этот видос еще сидит в планах еще с прошлого года. И этот год уже подходит к концу. Как я разорвал? Я же блинк давал. Ну ладно. Там это, наверху надо пивич, по-моему. Сейчас, ну если что, я помогу, но чуть позже. Стак главное, вот здесь вот. Иллюзия у кого-то там есть. Оставь иллюзию на стак. Или если что, дай под контроль. Да, Антонио лопнул. Не, Антонио лопнул. Блин, я все Антону хотел видос скинуть. Там, короче, такой этот типчик. Ой, я не успел. Типчик забавный, короче. А у Антона нет, короче, подписки на группу, в которой это видео. И там, типа, там такой типчик, он переодет, короче, в леопардовое женское какое-то белье, и он так: Антонио! Не скинул его. Ты смотрел, да, все-таки? Видел. Забавный. Я комментарий оставил. Антонио, и дальше на П. О. Забавный типчик, я что-то вгорнул с ним. Тебя сразу вспомнил. Вспомнил твою жопу волосатую. Удивительный. Антонь. Жопа реально волосатая. Ты не смейся там, душка. Да, это правда. Я не стесняюсь своей натуральности. Натуральный мужчина должен пахнуть везде. Тут на это там, ну, чуть-чуть это, по-моему, меня... Осуждаю, да, максимально? У меня закончится иллюзия. Лучше бы стакнул. Так, вот сюда. Иллюзия закончит. Вы там, если что, не фиди? У них по армлету... Блин, они молодцы, оппоненты, да? По армлету сделали? Так, что, у меня... Ты тут, нет? У меня бабочка. Ой-ой-ой-ой. Мне... А, ну, я сейчас тут драться, скорее всего, буду как мужчина. Мне нужна будет ваша помощь, наверное. Я прилечу. Можешь прилетать. Сейчас будет заруба. У меня нет верка. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, берет. Я ульт не могу включить. Хорошо, включил. Хорош. Тут... Ой, да меня зажало, прикинь. Да, заживало. Что-то пошло не так. Не, ну на самом деле, если бы меня сейчас не зажало, я бы мог хотя бы двигаться, и... Ну, я все равно бы умер с маледикта. На самом деле, ошибка... Анализ этой битвы таков, что я просто не нажал рейдж вовремя. И, по-моему, у тебя бабочка не прокала. Да. Бабочку нужно сначала нажать, она потом будет работать. Тонкости доты. Для того, чтобы бабочка работала в первой доте, нужно, как только ты ее купил, нажать ее, чтобы она дала тебе сначала МС, и потом она включается на... промахи. Очень тупая механика, максимально, но она вот как есть. Короче, мусор. Давайте. Да, типа, давайте подведем итог. Мусор. Все. Так, ну ладно. Что там эншенты подстаканы, да?
Там еще прокаст знаю, такой. Антон вроде занимался. Нет, я этим не занимался. Чисто, это называется это разговор двух саппортов. Кто у нас стакал? Ну, я этим не занимался. Я тоже этим не занимался. Чисто друг на друга. Это он должен был делать. Вот это жиза. Я Рошана сейчас пойду. Хорошо, бабочку подрубили. Должно сейчас все прокать. Бабичка. Ну и потом будем подбайчивать, наверное. Сейчас Аегу беру, подбайчу. Мы что-то разнесем троих-четверых, я думаю. Порхай, как бабочка. Да. Жаль, что мать. Осуждаю максимально. Ну, я понял, но такое. Это чисто какие-то придумали деды инсайды какие-то. Сыр возьмешь, там слышишь? Это... инсайдеры. Погоди, тут заруба стримеров в мире. Заруба стримеров. Да там на Юлах он крутится, ему некогда. Я вижу... вижу человека, не могу отказать в помощи. Так. Мюссер? И мюссер это карты. Я опять потратил RP. Ай, залагал мастирь. Где они? Что, куда они делись? Иди сюда. Я не могу. Да ты что? Они видят меня, короче, здесь. Короче, там в рашпиту сыр лежит, если еще. Сыр. Я стакну. Муссир. Да, стакай вон тех хэншитов, я этих в верхушку стакнуть постараюсь. Успею, надеюсь. Бабочка КД, блин, не успеваю. Нет, не успеваешь. Фармить их уже надо. Я постараюсь. А, ну там крип остановился, поэтому. Угу. Хотя я могу успеть за это время вот так сделать. О, ты успел? Да, я их просто зарубил всех. Хорош. Блин, ну жестко, на самом деле, это Урса через БФ плюс эмпауэры. Я пойду на топе, форману. Включи мне контроль, слышишь? Я не буду тебя трогать. Просто если что, я в тебя сыр просто положу. И нажму сам. Хорошо. Так, у меня RP. RP, да надо подраться. Я не хочу... RP, да надо подраться. Да, я не хочу здесь покупать дагер, вообще не хочу. Я, наверное, сделаю сию. Сию сделаю. Так вот. Андефолодор. Пойдем вот сюда. Сию сделаю. Антоха, ты тоже дерись, у тебя баф. Как будто с руки. Все, ладно, я побежал. Так, погнали, смотри, Вайда там приняли, а мы сейчас примем этого Вайда. И кто? Если что, я тебя форсну. А ты смотри. Ой! О, это хорош. Да ну ты можешь, в принципе, РП положить, я думаю. У меня нету. Ах ты. Нифига там форстафы. Я тебя... Антонион! Сожру его. Потрохами. Я дошел. Ты вообще эту профессиональную доту уже давно прочувствовал. Я уже это... Я уже прошел эту жизнь как тысяча миллиардов лет. Мир миллионов. Мне этот мир абсолютно понятен. ХГ вниз смотри лицом. То есть смотри какой он. Он это... На кого он? Ну, Мусу... Ох ты, ты БМ жмешь, значит? Вот ты, конечно... Не, ну этот Урса просто, конечно, разнос. С такими бустами, так сия есть. Пойду Эншента фарману. Вроде тут еще стоит, ну, три стака. У меня стоит. И у меня вопрос. Почему? Почему стоит такой вопрос. Мусур? Почему мусур это карты? Так, есть... Так, ну у меня сия в паке уже. Хорошо. Ну, в принципе, на 20-й я считаю, что очень даже хороший билд получился. И это при том, что в принципе... Да, сейчас подеремся. Есть РП? Да, есть. Гоу. Я готов, почему нет? Разорвем их. И можно попробовать колодец, если что. Не хотите? Ну, да, да, да. Солар сделать, я еще Тараску сделаю. Подожди, подожди, сейчас подойдут, выйдут сейчас. 100%. Вот один. Да надо, может, на виспа подбайтить, бара побежит, как-никак. Блин, ну если меня убьют, я тебя не смогу засейвить, это плохо. У меня Аегис. Ты ну, как бы под моим тизером вообще должен быть неубиваемый. Ну, не, мало того, что неубиваемый, так еще и жестко жалю. Вижу, но нет. Да угодно, но только не я. Как там я говорил, женщин, детей, бобров, да? Но только не весло. Только не весло. Весло! Весло! Надоед! Надоед. Вот пусть пацаны внизу чилят.
Сейчас. В ВД там Лотар купил. Нифига себе, там профессиональный дот. Хорошо. Весло. Дипломатия. Дипломатия. Одним словом. Хорошо. Ну, короче, я не пойду ХГ. Дипломат и я. Семья. Осуждаю. Максимально. Чё-то зачастили эти нехорошие шутки. Чё, пойдем внизу принимать? Там РПшер есть у нас? Вон, смотри, как... Ой-ой-ой, дядь, смотри, как хорошо. Нормально. Мясорубочка идет. Убивать, убивать. Ой. Сир? Я нажал. Ну, сир, это карту. Как я нарезаю, дядь? Ты посмотри. Я, по-моему, ВД не задел. ВДшечка! Стой, дядь! Да-да-да, я очень быстрый. А под виспон так вообще... Ой, бро. Опа, байбек, огур. Ну, это почти на вставочку. Будем точку бедать. А, ну так-то да. Так-то ты неплохо, да? Нормально, ладно. задушим. Тебе хорошо, не хорошо. Нет, да? Ты... Да, ты бы не забрал. Ой, ну ты Криса, да. Да, он уже забежал на ХГ. Все, я понял. Так, пацаны, я куплю... Вот. Да пофиг на него, оставь, все. Да, я пойду Тараску сделаю. И дело минус 5, идем в колодец. Я думаю, под тизером... Антонио, знаешь что? Надо солар собрать, солар еще надо. Солар, да. Если что, с Магнусом поделитесь. Я думаю, нормально будет. Мне уже хватает, уже летит. Хорошо. Я Тараску сделаю. Рик, под Тараску. Давай, я приму, помогу. Хорошо. У тебя что там, сатаник, что ли? А, это Санстрайк. Лол, я думал. Понял, да? Там эффект Санстрайк накаливается. Сатаник. Мне чуть-чуть тоже достал. У тебя что, я так, знаешь, думаю, что у Магнуса, что ли, сатаник? Лол. Да я бы его не зафармил вообще. Ну это полный разнос, конечно. Это при том, что я еще не овер-жестко прессинговал, я старался больше фармить на начале. А можно было просто выносить. Ну просто такие, как правило, выносы жесткие, они, ну, мотивируют ребят на то, чтобы игру досрочно закончить. Как мы первую попытку на Рошане. Досрочно закончили. Первые 22, да? Так, ну, я почти как алхимик пофармил. Посмотри, какие слоты. Мы можем даже, знаешь, как делать. Магнус вот сюда пробежит, а мы просто на ультимейте туда залетаем, бьем колодец немножко и обратно улетаем. Так у тебя больше, чем у дефолтного алхимика. Ну, мне кажется, по голде... Ну, хрен. Нет, больше. Не знаю. Так, я мид фарману. Мне кажется, нужно Володьку продать. Вот драка будет, смотри. Ох, нифига, золотые купола. И они все в купол уперлись такие и смотрят. Знаешь, как эти, как рыбки через аквариум стоят и смотрят на этого вайда. Так, дядь, дай закусаю. Ой, хорошо. Ну, он какой? Я у руны. У руны. У Ирины. Так, есть клэп. У Ирины терапии. Терапии. Хорошо. Блин, ну кусается жестко этот урс. Конечно, Тараска ни к силу, ни гордо на 85-й карте, но мы пойдем Рошана же есть. О. Знаешь что? Слышишь? Полетели в колодец, Антонио? Давай, убивай его. Я тебе солар дал, обновишь его потом. Да, let's go. Только меня не забудь забрать, окей? Я забирать? Да. Сейчас... Забирай. Ты не заберешь его. А, он выжил. Хорошо, есть. Вот давай вот чисто вот этими ТП-шками, когда они не на, ну, когда они не на базе, можно, короче, я думаю, немножко подсломаем. Я курицу. Хорошо. Возвращаюсь. И давай, наверное, я сделаю вместо маски дезоль. Как думаешь? Жесть, как у них жопа горит. Слушай, а если Кирасу в курицу положу, она будет давать ауру? Она будет, но она лопнет вот здесь вот, сразу же. Там же в Рошпиту. Ой. Так я буду просто... А, точно. Я же она лопнет. О, у тебя тизер почти есть, да? Да, я беру дезолятор. Хорош. И мы, короче, надо... Пусть они, короче, выходят, и мы будем, короче, так вот на релокейтах, короче, прилетать и пытаться разбивать. Единственное, только Бара, но Бара не думает, что за 12 секунд там добежит куда-то. Все, полетим. Да, Бара вроде в миду. Гоу. Хорошо. Банка. Давай вот этого. Ага, ладно, погнали. Смотри, он тут стоит. Пойдем. Он меня сейчас убьет. А, нет, не убьет. Походу, я тут остаюсь, да?
Не, нормально, я улечу с тобой. А, вы что, улетели? Я сейчас умру. Блин, почему они на базе просто стоят? Реально на базе стоят. Ладно, я их увожу с базы. Охраняют колодец. Ну, надо тогда, когда мы их видим, короче. Я думал, ну, типа, они все резко здесь оказались. Тускар так вообще на колодце стоит. Тускар. Очень, очень странно выглядит. Я вспомнил приколюху. У меня один парнишка играл, помню, на стриме на Виспе. Да, и была игра, когда не было у врагов глифа. Не было глифа. И можно было игру закончить, у меня дэмэджа хватает на героя, чтобы можно было просто полететь и добить трон. И знаешь, какую базу мне этот парень выдал? Крипов на ХГ нету, полететь не могу. Жесть, там все угорали просто. Понял. Понял, не смешно. Крипы мешают, чтобы лететь. Да. Вот-вот же. И это было максимально кринжово. Ну, конечно же, эту игру мы... Парень, который брейсеры спамил постоянно. Я не помню, ну нет, там другой парнишка играл, короче, но это было очень жестко. Смотри, они не... Лучший висп на твоем стриме, чел, который брейсеры спамил, а потом Тараску покупал с Энджиашей. Он был лютым просто. Он так, у нас Рошан есть, кстати. Хайлайты выдавал. Смотри, Барра там. Я тут стою, вы можете... Стой, кайфуй. Стои. Я Рошана пойду, у меня еще Муршан. Пак. Моршан. Не надо, чтобы они выходили. Как выйдут, мы сразу можем на релокейте. Антонио, подходи, а Егис сыр возьмешь. Даст, ты выкинешь ботл мне. Хотя ботл не знаю. Под вопросом. Смотри, они просто ставят в колодце. А че они давно тут делают? Надо, чтобы они повыходили. Да, а Егис мне... Даст, ты выкинь, бери. УВД будет убегать все время. Да, да, да пофиг, нам главное склянки не поймать. Все остальное мелочи. Смотри, они просто стоят, ждут как будто что-то там. Они походу просали эту стратегию, что мы, короче... Что мы решили разнести колодец, не убивая их. Или они так играют? Чисто актеры. Просто стоят, смотри. Выход с колодца не проплатили, просто стоят. Что за хрень? Ну, типа, я надеюсь, сейчас они на файт на какой-то обратят внимание, типа, и улетят. Выйдите уже, МБ. Они, типа, ну, реально. Просто тупо стоят. Огр стоит. Очень странно выглядит. Кто-то в инвиз пошел. Это ВД, наверное. ВД, ВД с инвизом, да. ВД они забайтили, кстати, сейчас на... Ты где? Подойдешь ко мне? А, ты вайдап сейвишь. О, Огр побежал. Они вышли, слышишь? Да, ко мне тизерись, да... Да полетели. Блин, ну они на базе. Ну гоу-гоу, пофиг. Let's go. Художественный фильм. Ну нормально. Обращаю. Нормально. Ну долго, конечно, так будем бить, но... Справимся, думаю. Будете драться? Можно, можно а, дать да, им да. Минуса? Ух ты, если... Нормально, нормально, нормально. Бару сплэшем убью. Пойдем, Рош. Ой, колодец. Го-го-го-го. Антонио! Let's go! Let's go. ВДшка не страшен, в принципе, я думаю. Маледикт кину. Тизеришь? Тизер разорвался. Погнали. Секунду. Я обновляю солор пока, да. Блин, он мне на самом деле... Давай этого туда же. Нормально, нормально. Он, чтобы Антоха не убил. Да ты что такое? Посмотри. У меня сейчас, я думаю, зафокус. Ой, как ой. Сыр. Был. Ай, Антонио, был смотри, сыр. Как живу. Хорош. Сейчас Тараска включится. Был сыр. Ладно, я его подвожу к тебе. Давай, давай, давай. Можем. 300 я хп. Я пошутил, он тебя убьет. Нормально, я живу. Я не могу, я рассыпаю. Блин, он закроет нас. Все, отойдем, короче. Блин, они байбекаются. Понял, не дают колодец забрать. Я его сейчас глубже форснул, он успел сыр нажать. Я прям в них его форснул. А у меня хп не добавились от сыра, по-моему, не под тизером был. Я не под тизером, потому что было. Я не знаю, там был микромомент какой-то. О, смотрите, это. Антонио, или как это? Он это какой-то, он, блин, барсик. Лютый. Иди сюда. Ладненький. Я не догнать его не могу, прикинь. Ой, жесть, я на макс рейнджу. Нормально, нормально. Блин, он подбешит этим лотаром. Сейчас, короче...
Блин, как бы их так вот подминусануть-то? У них мид падает еще, так не кайф. Кривой инвока. ВД, короче, не хочет выходить. Ну, в принципе, можем драку, я думаю. Не? Мы стоим. Ладно, отходим. Блин, не, просто не дают забрать. Но я думаю, мы заберем, если... Опять-таки, у них трон падает. Они, короче, тупо не выходят. Стоят. Антонио, слетаешь, может, на базу подрегенишься. Тараску, что ли, купить? Не знаю, как тебе помочь. Блин, если Тараску ты купишь, ну, это главное, чтобы там тебе тоже комфортно было. Запаковываю. Они понял, они типа, ну, стоят, они не дают колодец именно сломать. Просто не дают. Вокер почему-то не фулл слотовый за 35-3. А с чего он будет фулл слотовым? У него Октарин, его Аганим и все. Хорошо, понял тебя. Понял. А сейчас, если убиваем, они же без байбеков. Да, можем, по идее, сломать успеть. Ну, типа, пусть они мид как-то подтолкнут, что ли. И надо такую драку, чтобы мы их пятерых на РП посадить. Пусть они там подзабайтятся. Я думаю, мы посадим на РП и смело, я думаю, положим их. Как думаешь? Блин, билд лютый на самом деле получился. Бабочка Тараска. Я не думал, что я когда-то это скажу, бабочка Тараска. Но я это сказал. Силовой ловкач получается. Да, ну в 83-й карте этот билд будет, мне кажется, актуальным. Потому что там Тараска добавляет дэмэдж. Ну, хп в целом. К ультимейту. Так что... Что, пойдем в наглую? Варда есть, варда нету, да, у нас? Бери на Тараску. Надо как-то их выманить, что ли, убить пятерых. Я думаю, они тебя станут. Долго будут колотить, как раз станут. Ну, под кнопкой, вон, ВД. Го-го-го-го-го-го, ВД, 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 ВД. До Тараски. Вон-вон-вон, ах ты убегает, смотри. Ну, я не буду вложить. РП нет, но я думаю, там бара вон на топе. У него пойдем. Инвиз. Да, инвиз уже должен закончиться. Пойдем, я в наглую. Я не дотягиваюсь до тебя. Вон там сам. Изерис, давайте поехали. Я не дотягиваюсь. Далеко. А сейчас убьет тебя. Не, 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 не должен. Блин, ну огр. Тут надо, мне сейчас ХП просто могут слить. Чем очень жестко. Надо РП ложить. Анлак. Так, отойду, отойду, отойду. Я хорош, хорош, хорош. Убрал. Нормально, минус о нем, я думаю. Блин, БМ-ка. Меня убью БМ-ку сейчас. Бить я не хочу. Сейчас Тараску жду. Я на себя подбайчу. У тебя Тараска есть, Антонио? Нету, да? Нет, нет, нету. У меня деньги. Блин, есть, но... Да они резаются, как тараканы. Меня убили. Не-не-не-не, живешь. Опять огр идет в меня. Да ты посмотри на нее. Господи. Антону плохо. Блин, жесть. Ну, по 30 секунд там резко. Я на бы лечу, я мне отрегениться надо. Возьми меня, возьми меня! Ладно. Ну, скорее всего, не успеем, если так. Ой-ой-ой. Выведу его. Хорошо. И можно на зайти. На чистую воду? Да. Выведу его на чистую Все, воду. Все, погнали. Сейчас татарестница, убиваем. Хорошо. Ой, я чуть с гема не вышел. Тизера нет, тизера нет. Я вижу, вижу. Но я вроде живу под Тараской пока что. Тизерись, и я думаю, все получится. Хорошо, погнали. Ну, это, походу, будет конечный, да, для них? Типа 10 секунд следующий рез. Раска. Я его, наверное, увезу просто, либо убьем. Есть Тараска. Хорошо. Тизер. Кто-то рез. Меня сбил Тараску мне. Отойди. Я тоже отойду. Сейчас Тараска будет. Ой, подводит, хорош. 3 секунды. Все, погнали, погнали, Тараска есть. 6 секунд, некстовый рез и 2 реза там. Хорошо. Смотри, реально лопнуло. Давай, давай, тизер, 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 токсик. Есть тизер, да? Сейчас Тараска будет. Хорошо, все, Тараска заработала. Есть. Воет, гост купил. 12 секунд, некстовый рез. Бей. Тизеризи бей тоже, что-то. Твой дэмэдж тоже решит.
У них трон падает быстрее, чем... Блин, так мы... Блин, на самом деле с Леорика намного быстрее и легче забирали. Реально, это немного тяжелее. С помощью виспа и таки мы не успели. Не смогли добить, трон быстрее упал. Но дэмэджа на самом деле не хватает. 9000 осталось. Да. Ну, в целом, короче, мы выполнили здесь два квеста основных. Это собрали лютый дамаг и сделали Рошана с первой, с нулевой минуты, получается, в принципе. Но с колодцем колодец, короче, мы не успели. Ну, три рэмпейджа было. Да, рэмпейдж-то мелочи, на самом деле. Но все-таки колодец, мне кажется, нужно доломать, как думаете? Ну, попытаться, по крайней мере, типа, one more time. Не хотите? Ну я не против вообще. Let's go one more time сделаем. Ну что, ребят, погнали мы вторую катку. Ну, если честно, хотелось бы бонусом положить еще и колодец, так как в 85-й карте Урси немножко тяжелее ложить колодец, из-за того, что не стакает урон. В принципе, не хватило немного нам урона, именно урона нам тупо не хватило. То, я думаю, можно, в принципе, еще разочек попробовать. Че, идешь? Я без смоков, ну ладно. Еще разочек попробуем. Все, иди байти их на миду уже. Но я думаю, они быстрее добегут до Рошана. Даже если тут сейчас Рошана не заберем, отходим и на лайны не выходим. Они убегут. И ту бегут. Все. Хорошо. Здесь хочется максимально, давайте вынесем их. Прям максимально. Так, ты первый танкуешь. Танковат. Ой, минус тычка. Отходи. Сейчас забашит как крыса это. О, мне баши пошли. Хорошо. Излишний хил, да? Ран нажал. Так, я еще тычку даю и отхожу, наверное. Да, отхожу. Танчи. Ух ты. Нормально. Вот так, тычки. Все, отходи, дядь, я танчу. Пошло дело. Так, у тебя еще одна хилка, да? Хорошо. Найс. Ну, в принципе, приловчились немного, ребят. Так, танчи. Отходи. Мне уже хил нужен. Ты, вот это so close, да? Ой, so close. Хорош, забираем, я думаю, уже. Close. Ух ты, смотри, как башит. У меня есть хил, если что. Смотри, как башит. И он на тебя напрягивается. Нормально. Успеваем, я думаю. Хорош. Отходи. А заново стак пошел. Не забираем. Ужас. Сейчас клэп будет, ты чё? Отходим. Зачем ты? Вот это на ставочку. Так, а ты чё не отошел-то? О, смотри. Крутится, смотри. Можно вот таких сделать. Ну, я типа вообще не выкупил, зачем, для чего он, типа, это. Ну ладно, мы можем еще раз, Антонио, не торопись с базы, если что, со второй попытки. Это третья попытка, вторая попытка была самая удачная, и что-то у нас сейчас не пошло по плану. Мне кажется, Рошан немножечко как-то мы что-то где-то не под контролем. Даже... Да, я телепорт, да? Хотя, наверное, рукой пойду. Стой там, чисто чиль. Я подойду. Ну, в принципе, если мне ТПшки купят, одну ТПшку, я чуть побыстрее подойду. Сможешь на Магнусе купить? А, хорошо, есть. Зайди пос... А, Омник не бьет, хорошо. Я дойду. Все, я ТП даю. Блин, ну такой, хитрюга Рошан, да, в принципе. Ну, это вставочку надо сказать. Теперь я актер, получается. Ну, типа да, чисто актер на Магнусе. Класска одна только у меня есть. У меня, если что, две... Давай я сразу дропну их, ты поднимешь. Тебе легче будет. Я сразу на землю ложу. И погнали. Хорошо. О, курьер, здорово. Отходи. Да пофиг, бей. Инвокер побежал. Хиль. Я попытаюсь его... Да что такое? Все, отходим, они что-то поняли. Шоу окончено. По-моему, все. Шоу уродов чисто. А чё за фигня? Чё, почему? Мы будем делать? Нет, будем играть уже. Пусть будет интересно. Ай-яй-яй. Так, ладно, забей на Рошана, все, играем в стандарте, потому что они уже что-то просали, даже какого-то курьера подвели, там что-то. Какие-то непонятки. Все, нормально.
Проплатили мне. Да, получается. Инвокер 5x1! Не вывез 1x5. А я их байтил, что-то у меня это... Что-то пошло не по плану, да? Ладно, нормально. Чуть давайте пофармим. Что-то не так. Что-то не так. О, старый помидор, да? Астеротонатор. Ах ты, астаропенетратор. Вот старый помидор. Да, ты и... И, а, и, о. Не там. Хорошо. Короче, в общем, делаем стандартные лайнинги. Третий заход на Рошана у нас получился вообще максимально никакой. Оппоненты были немножечко поумнее. И подвели уже туда заранее курьера. Но это уже какой-то договорняк получается, как обычно у Хинозеса на видосах. Вот, оппоненты договорились, что Рошана мы отдавать им не будем. И дело пошло немножко не по правильному руслу. Но это значит, что на самом деле будет намного интереснее эта катка. Ну, не факт, что тут будет колодец, но возможно будет хороший красивый разнос. Колодцы и в прошлых видосах были. Просто думал бонусом попробовать колодец забрать. Если заберем, то заберем. Хорошо, окей. Не заберем, так не заберем. Ничего страшного. Отдельной тематики колодцев было и бонусов. Сколько с колодцами делали, не суть. Я думаю, один раз можно будет, так сказать, попустить эту ситуацию. Сделать просто красивый... Мы можем взять. Да, ну посмотрим, не будем загадывать, как пойдет. Сейчас посмотрим, как немножко подфармимся. В любом случае, красивый и качественный контент, качественная игра с красивыми разносами должна быть здесь. Также будут стаки, также будет Battle Fury, бабочка, и я думаю, будет интересно. Поэтому, ребят, не забывайте поставить лайк за прошлую каточку. Обязательно пишите комментарий, какая катка вам понравилась больше, где и что пошло не так. Мне кажется, в целом... Дальше не пойду, опасно. У него хил второго левела, он больно будет делать, очень. Хотя он подставился, нужно его пробить. Ай, пусть меня пробьют. Клэп, ну дальше не пойду, опасно. Руф, не факт, что корни подкинет. Не факт. О, старый помидор. О, старый помидор. Помидоры таят! Ну да. Чисто нормально, да, шутка? Ну, шутка моя. Это помидоры тают. О, старый помидор. Что-то инвокер много себе позволяет, на самом деле. Он что? Что, дота? Ну, он уже написал 5x1. Да, мы... Надо ему написать 5x1, когда мы там, не знаю, будем выносить прям вообще в салатенский. Так, пойду подстакаю на будущее. Они еще не знают, какая наша суперсила. Мишка шишки откладывает на зимовку. Типа вот это, знаешь. Ой, бро, ну шутка вообще, я смеюсь. Старый помидор прям. Помидоры таят. Сейчас я такой, ты жесткий на иншорке. Ой, бро, там что жестко так? 90 хп. Но Антон не доиграл, я считаю. Ну, я считаю, что Антон вообще всегда не доигрывает так. Мусур. Мусур. Просто и понятно, просто поставил точку над И. Над М. Левелом много. Над М. Почему над М? А, Мусур. Что? Я не понял. Объясни тупому, окей. Так, курьера у меня своего нету, лох. Ой, барочка. Давай там сам как. Ну, как-нибудь сам, тут, в принципе, я могу бой этот принять, я думаю. Негас лорд. Анда Фаладор. Это чисто, я типа по факту принимаю этот... Ох ты! Что это за магия? Вообще, ты видел, что он сделал? Он в инвиз зашел. Типа он... Сражение отклонено. Что? Я его катнул. Это как этот, блин. Блин. Некуда класть. Типа вот что-то типа такого. О.
Ох ты! Тайлер исчез. Женщина, пусть пойдет посуду моет. Чё она сюда пришла? Да в смысле ты бычишься? Эй, посуду не мой, да! А, я понял, животное бежит. А еще синструки будет. Сорструнки? Синстрайка. Тыщ, тыщ, тыща. Я подожди, женщину на кухню посуду отправлю помыть. Осуждаю заранее. Какой реген? Мне оставь. И бежит за регеном. Ты видел вообще? За грибука. А это что за мужчина, блондиноволосый? Тоже на кухню не посуду мой. Ты глаголишь, я хочу. Ты глаголишь, я позволяю глаголить. А, там так было? Ты уже да. Выучил, да? Он типа, он вообще там просто фигню... О, смотри, в инвиз зашел. Ну, он вокер сейчас забайтится, и с инвиза выйдет, я тебе отвечаю. Вокер. Давай, давай, давай. Делай. Давай, делай, делай. Опа, да что за... Какашкой на меду, что ли, намазано? Шпинг Тру пришла. О, это... oh, no! Все, давай там сам. Я типа так делаю и убегаю. В смысле, давай сам? А, ты суицидалочку? Красава, бро, лучший. Ну ты как будто и так выживал. Не, ну типа, да, мне кажется, я выживал. Мне кажется. Вот тут слышишь, вот тут 4x. Я сейчас еще раз так. Хорошо, а, Мусури это картуй. Смотри, куда идет. В смысле ты сюда? Делаешь? Что? Он МХ. Он совком. Он совком. Совок. Меха. Хорошо, я подстакал, пойду. Давайте, может, Антонио в смоках. Роша, может, как думаешь? Меха ты где? Меха не помог. Так, я закупился, смока взял. Вот тут стой. Я сейчас ТП дам. Но у них может быть прикол, что там курьер висит. Но я не думаю, что они настолько умные. Не думаю, но надеюсь на то, что они очень умные. Бара бежит. А у тебя есть какой-нибудь лайфхак от этого? Своего курьера туда ведешь заранее, и все. Ну а че, как его убивать-то? Убивать как? Кого, Рошана? Нет, курьера. Курьера? Ну типа бежит. Не идти просто Рошана, смотреть по таймингам. Заберешь руну? Бери. Ага. На самом деле вот этот тизер, он через этот, через... через карту видно его. Да нормально, я тут уже в принципе сам, ты просто рядом постой. Можешь подвардиться. Механика, но... Механи, по-моему... Нормально, не видят они, они слепые. Ну и все, в принципе, мы камбэкнули. Ну вот, а вы говорили, что не камбэкнем. Совух встал. Почему совухи стоят? Ну, блин, у них задача такая, жизнь, стоять. Так, я, наверное... Я не знаю, как я тут буду... Ну, короче, ладно, клэп возьму, гибридно раскачать, чтобы можно было лесочки еще дополнительно подфармливать. Хорошо. Все, я в БФ, короче, пацаны, и будем от Реса, если что, от Аеги давать хороший файт. Давайте на топе. Антонио, ты далеко? Ты на топе. А, ты уже вернешь сейчас. Ну, я пойду подерусь. Антонио, жесть, как далеко. А, юзанешь ТП? Я приду? Я захожу, если что. А, стизерился ты к нему. Что надо было на меня, если честно, мне кажется. Я иду чисто мужчина такой, золотой. Будет. Ну, она, блин, с ультом. Ладно, я Егис, походу, размениваю. Да, еще и клэп такой неприятный. Ну, такое. Хреново, размена Ег вообще ни о чем. Да нормально, не умрешь. Ну, с руки умру. Попадет. Блин, чё ж тогда делать? Даггер тогда, что ли, на эту стадию на ранее покупать? Надо дасты купить и вокера в меду немного щемануть. Я могу, в принципе, это и сам сделать. В принципе. Бежит, бежит. У тебя 9-й левел, кстати, в прошлой игре на 2-й минуте был. Ну видишь как? Не удалось в этой катке, что-то пошло не так. Не договорились с ребятами, получается, да? Ну эти не продажные. Да, не продажные просто, пацаны. Так, ну ты стакаешь, хорошо. Хорошо. Ну, кстати, в этой катке, да, пацаны пободрее немножко. Я могу к тебе прийти вернуться и даст и дать. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Оп, хорош. Разорву. Мужчина. Вот это я понимаю, Мусури, ты картуй. Славянский зажим виспом пип. Пипой. Славянский зажим пипой. Так, хорошо. О, там это свисит. О, ты... Давай, давай. Что, животного? Животного думаешь принять? Не расстраивайся.
Я хочу просто попушить, пацаны. Тэшку забрать и уйти в лес. Пол БФа есть. Что это за замах? Замах боевого мангуста какого-то. Я уже, если честно, поверил, что это забрал. Чисто замах такой. Ух, как я тебе типа дам сейчас. Ну все, я фул фарм ухожу. Вот тут вот жестко. А ты вывезешь, интересно? Я вывезу с ультой. Да, вывезу, че нет. Когда они вывозили? И убежал. Да не, я про баланс хочу просто. На одном настакай, чтобы сплэш больше был. Хорошо. Вот так вот, вот так вот. Мусурит картуй. Нормально, я в БФ сразу выйду. Че, может РП мне хватит? Не-не, нормально. Идет то, что нужно. Сейчас, наверное, персик купим. Сезон персиков, норм тема. Норм тема, да. Арбузы. Я, кстати, тоже про арбузы сразу хотел сказать. Арбуз. Услышал слово арбуз, захотел писить. Жиза. Антонио, расскажи какую-нибудь историю рабочую. Рабочую историю? Рабочая история только с отцом, он у меня рабочий. Ну, у тебя батя вообще нормальный, кстати. Да, нормальный пацан. Нормальный пацан. Мужик там 60-летний, да, там чисто. Нормальный пацан. Хороший мужик, да. Хороший мужик. Знаешь, когда я его первый раз видел? Когда даже о тебе не знал. Опа. Серьезно? Да. Короче, расскажу историю. Когда-то давно... Короче, ну, когда я приехал сюда, это было вообще очень-очень давно, я даже еще в школу здесь не ходил, я здесь живу где-то уже на сколько лет, наверное, 15, в этом месте, где я вот сейчас живу. Вот, и до того, как я еще здесь пошел в школу, у нас здесь была дача когда-то, вот в этом месте, где я сейчас вот нахожусь. Но по истечении обстоятельств нехороших, дача так произошло, что она сгорела, да, и вот, еще в то время, когда... Дача была не сгоревшая, мы часто сюда приезжали отдыхать. Ну, чисто по стандарту, как и многие там стандартные люди, так сказать. Просто приезжали сюда отдыхать. Вот, и что было? Мы пошли на речку. Этот момент я точно помню. Я пошел на речку с сестрой. И мне очень сильно запомнился один дядька. Вот это был Антона, отец. Короче, что он делал? Короче, там была на речке такая заводь хорошая, интересная, красивая. Она была огорожена в то время. Когда мы, естественно, приходили отдыхать. Вот, и там был огромный такой противный камень прямо посередине этой заводи. Вот, и мне очень сильно запомнился мужичок в очках с ломиком. И это был батя Антона. И вот, и он постоянно его, вот когда, не знаю, вечером он приходил и ковырял его. Вы что там делаете? Я не знаю. Вот, он, короче... Он завел, походу, за монетку-то. Слыхал песню «Отдай монету, а не то я расстрелюсь». Там мне седьмой левел нужен был на Empower, четвертый, что ты делаешь? Не имеет значения. Сейчас у меня БФ будет, пойдем экспимся, заэкспимся. Вот, и мне, короче, вот этот батя твой запомнился. Он всю жизнь носит одни и те же очки, и вот, он вот прям вот четко запал в то время в душу. Приятно вспоминать такие моменты. Стаки твои побили, походу. Он пришел, чекнул твои стаки, омник. Омник. Но они могут сейчас, кстати, надо вот сюда вард, и... Нет, я сейчас... У меня БФ есть, и мы очень быстро заберем. Очень быстро, только мана нужна. Хорошо. Сейчас привезу маму. Все, есть БФ. Я, в принципе, туда сейчас двойку заряжу заранее. И зайду. Хорош, спасибо. И, наверное, с некстого Рошана нужно хорошо подраться, ребят. Магнуса Даггер не скоро, да? Просто они что-то доминируют. Че, пойдем, экспанемся? Экспанемся. Хорошо. Ты сейчас такнешь? А, или ты заберешь? Не, я заберу, думаю. Не, походу нет. А, не, успеваешь. Хорошо. Блин, он реально очень быстро фармит так. Еще под виспом. Через виспом. Вот сколько мне очень мало понадобилось. Я даже быстрее Свена, по-моему, зафармливаю это. Свен, так, хорошо. Да, у меня типа скорости атаки очень сильно бущит. Смотри, стоят. Давайте подеремся.
Если вот. Что, поможете, я думаю. Ну, Магнус, нет. Если что, заедет просто в тупую. Л5-я нету еще. Так, женщину... О, нифига себе, он ультует. Ну, можем, мне кажется, можем. Хорошо, замедлил. Хорошо, забайтился. Отлично. РП еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, сейчас давай. Идет. Мне главное ударить его разок. Хорошо, замедлил. О, найс. Есть. Хорош. Ну, как бы да. Как будто бы нет. Ну, как будто бы, да. Кабута. Или Мэг. Кабута. Так, хорошо. В принципе, все идет пока что по плану. Кабута. Кабута. Будто бы, да. Это из Наруто, который? Кабута, да. Нет, нет. Кабута это такой большой страшный. Дядька. Нет, он там. Пойдем. В очко он. Просто в очко. Очкер. Очкер. Экспись тоже на Магнусе. У тебя левел совсем маленький. Сыр Аегис, по-моему, здесь. Нет, просто сыр Аегис. Сыроед, сыр Аегис. Просто Аегис, по-моему, здесь. Хорошо. Блин, ну, в принципе, должны забирать, мне кажется, хорошо будет. Что за хрень? Ну, блин. Нормально, нормально. О, там Номи Год. Ух ты. Добро. Ой, нормально, 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 живем. РП ложишь, убиваем. Да, она до сих пор там, но мигодит. Нормально, нормально, нормально. Душим. Ой, ты смотри, гости из будущего. Гости из будущего. Ой, бро. То самое чувство, что нужно. Шуткануть, сделать ультракил на вставочку и просто показать хороший контент. Реально. Гости из будущего чувство. Ой. Ну вы же поняли, да, что будет в начале видео? Да. Твой рассказ. Твой рассказ. И все, и потерялся. Прикольно, если он вылетел просто. Где он? Управляет героем, Антонио? Или он вылетел? Где? Вроде управляет. Что-то повис как будто. Бара побежал на меня. Ты живой? Стак надо. Я сам. Хорош. Ладно, стакайте. Сам? Все, стакайте. Сам антимаг. Хорошо. 58 секунд, найс. Так, ну я такой, чтобы пойти где-то суету навести. Типа вот здесь. Езжи. Погнали. Ёжик. Ёжик в тумане. Хорошо, этот Усра просто разносит жопки. Специально для Анонимуса, конечно же, и для Демонюги. Разносим жопки. Нормально, все, сзади на Магнусе. О, у тебя есть почти этот, да? Давай, слышишь? Иди сюда. Забирай вот это говно. Хочешь? Забирай. Одного еще, если оставишь? Не, ну они сдохнут быстрее тут. Не продавай, не продавай Аркану. Сейчас ташку заберу и хватит тебе золота. Смотрите, там ВБЛ, ВБЛ, что происходит? ВБЛ, ВБЛ, они там дайвят. ВБЛ, ГВР. Все, есть, 3 минуты. Я ТП сейчас дам. С Магнусом ТП. А, Магнус ТП нету. Я тогда соло дам ТП. Эмпауэр зарядил тебя? Хорош, я полетел. Ты рядом, если что? Отлично. Да, ну да. Я просто в тупую побегу. Хорошо. О, не успеваю слить. Ох, какие торнадо. Нормально, нормально, нормально. Я живу. Живу. Торнадо, метеор. Смотри, как... Меня просто в меня все нажали. Ну нормально, я раздамажил очень хорошо. Ох, как... Опа, опа, найс. Давай, и я клэп. Я клэп, ну хорошо. Я еще дал, по-моему. Нормально, нормально, живу. Нет, не дал. Жесть. А что ты их не убил-то? А, я рано дал просто. Ой, убивай. Okay, вот тут мусор один. Да на него пофиг, я за инвокером бегу здесь. Но он в инвиз зашел. Крис. Мусор это карты. Ну нормально. Немножко не прожил. Чуть-чуть бы пожил, там Магнус бы залетел, мне кажется. Там вообще РП в пятерых было, на самом деле. Все это под сплэшем. Он, короче, до сих пор тут инвокер в инвиз где-то бродит. Брочит? Подожди, подожди, подожди. Сейчас, ну... Ну брокер, да, брокерские вот эти все взносы. Что? Давай покупай даггер, я тебе привезу. Я не очень хочу даггер брать. Ну, мне кажется, он здесь нужен прям, жесть. Давай до позиции. Покупай, что хочешь, я привезу.
Давай, я все-таки куплю дагер. Ребят, тут немножко нестандартно пойдем. Смотри. Ну, мне кажется, мы сейчас забайтимся просто на эту драку, не очень. Погнали. Энджента фарманем. Магнус подойдет сейчас на эксп. И можно, и раз они в пятером собираются, это значит, нужно этим пользоваться. Давайте будем, знаете, что делать? Будем ждать момента, вот условно какой-нибудь руф там выйдет на лайн, да, побить что-нибудь. И мы там, если что, в пятером появляемся и наносим сокрушительный удар. Назовем это так. Эй, руф. Эй, руф. Эй, руф. Ой, ждем 26 секунд. Хорошо, yeah, пусть он фармит, пусть он фармит, весь пуля сейчас, его бара уже чарнулся, бара. Бегу, бегу, бегу. Ой. Ух ты. А у меня нету вижена. Вижена нету, да? Хорошо, не нормально. Кури, но кура летит. Спека прилетел. Кура летит. Кура леса. Есть, но я в одного не буду давать. Нормально, нормально. Спектру разорвали, окей. У меня ульта быстро кдэшится. Еще один к нам потянулся, инвокер рядом. Пойдем вот туда. Сейчас двое будет как тут. Хорошо. Хорошо. Все-таки Урса красиво с этим билдом разносит. Прям вообще кайф. Давай Буризу в этой катке я сделаю. Разные билды сделаем. Если в той катке пытались на колодец, там Тараски, вот это, в этой катке сделаем Буризу. Чтобы можно было под сплэшем с Буризой, да, красивый РП. Бах-бах-бах. О, смотри, смотри. Вот там бах-бах-бах. Троих. Давай, не тяни. Хорош. Красиво. Оживи. Сзади, вон, шлёка, смотри. А, ТП дает, хрен с ним. Нормально. Нет, даст есть. Нормально все, красиво. Самое главное, чтобы Магнус в эти моменты не тянул, чтобы я правильно, грамотно сплэш распределил. На этой карте нужно пытаться грамотно распределять сплэш. Потому что он так криво ложится. Хорошо. Ну, красиво, да? Блин, они уже сдаются. Они уже поняли, с кем связались. Чем этот не халам-балам. Хикамару. Там это... Руфу в жопе хотят. Ну, давай на развороте подработаем. Дадите. Пусть все подбайтятся, дядь. Пусть все подбайтятся. Я не буду биться. Ну, а сейчас Бара прибежит, еще прибежит. Ладно. Ясно. Стилер буй-буй. Не-не-не-не, просмотри, Омник идет, Омник уже захилит, выхиляет. Я хочу отойти просто. Бира стоит. Ей, Бира-джан, ты где? Вот он. Побежал. Давайте подождем РП, пойдем, отойдем. Подождем РП, и я сейчас Буризу уже добью. Ладно. Get back. Хорошо. Красиво делаем, ребят, красиво можем. Подставочка. Самое главное, это делать красивые моменты, ребят. На таких видосах это самая красивая пушечка, это делать красивый момент. И самое главное, дополнительное, это подкреплять красивый момент, конечно же, хорошими разговорными темами. Красивой лингвистикой, язычком Антонио подработать. Это я делаю молча. Когда крайний раз делал молча? О, сейчас буду вспомнить. Наверное, полгода назад. Не, дальше. Итак, дорогие друзья, сборище Лизда Издав. Лизда... Я не понимаю, о чем вы вообще. Урса слабу. Че, конечно, ты же ты гордый парень. Я гордый. Я горный сказать лучше. Да ладно, все вещи эти естественные, это нормальная штука. Чего? Я такие, знаешь... Все понятно. Не-не-не, все нормально. Ничего плохого, пацаны, ничего плохого не имеем в виду, ребят. Only контент, only веселье, only fun, only for fun. Все. Я ничего плохого никому не говорю. Ребята, не забывайте поставить лайк, подписаться на YouTube канал. Спасибо всем, кто смотрит, спасибо всем, кто поддерживает. Реально, кто залетает в телеграм-канал, ссылочки в описании. Друзья, если кто-то хочет поддержать, также ссылочки в описании. Обязательно поддержите ТГ-канал. Если в случае каких-то проблем, если мы где-то потеряемся, то мы не потеряемся. Тут есть вывод заключительный. У нас Урса рак. Блин, ну это хреново. Тогда вам не выиграть эту игру получается. Ну пусть Руф байтит. Хорошо. Пюклер. Пюклер. Что? Слушай, ну можно в четырех, брат.
Смотри, как сладко стоят. Пятеры! Эх, чуть-чуть не достал. Нормально. Ой-ой-ой! Вот это было мощно. Есть инвизи? Хорошо. На вставочку. Ой. Нормально. Хорош. Не, ну это... Ну это заслуженно. Хорош. Ну, на самом деле, Руфа продали. Я думал, чуть-чуть раньше Магнус залетит, но плюс... Да я там смог раскуривал пока. Хорош. Не, он молодец, на Руфе свою задачу выполнил. Пюклер. Пюклер, Кьюлер. Он еще и ультанул, он еще и ультанул. Да-да-да, он их подтянул, их еще так подержал. А там еще и крит вылетел. Да вообще, слушай, сказочный... А кто? Да, вот я хотел сказать. Осуждаю максимально, ладно. Блин, ну дебил, конечно. Хипнозес. Дай две хилки. Дай две хилки. Держи, 4. Че ты там усикиваешься? Выпрашиваю деньги у Ксена. Выпрашиваю деньги у Ксена. Мутор там. Дебил. Фюрер. Осуждаю! Что это за хрень, что он несет? Почему ты это говоришь? Это слишком явно. А чё такого? Это просто немецкое слово. Ну это вообще не немецкое слово, это... Это просто вождь переводится с немецкого. Вождь! Вождь! Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Вы ещё... Панцергетрофер! Что? Панзер? Керифаст. Юзимум. Что? Вальтер нацелен на ваши яйца. Аспирине. А прикинь, давай поиграем в GTA Vice City слова, да? Аспирине. И ты такой, ну тер тулс, да? Да-да-да. Нук тулс. Professional tools. Panzer. Get here fast. Sea Ways. Что там еще Big было? Big Bang. Давайте да. San Andreas. Что вы сразу в Vice City? Блин, я вообще San Andreas не люблю. Не... San Andreas на руке, я ее сейчас перехожу. Не то, давай как бы... Не то время. Ладно. Вай, смотри, опять смотри, байты пошли. Го, там Урса слабей, покажет, какой слабый. Да, 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 гоу, я настакиваю. Но пока что там три героя стоит. Там две. Там триггер две. Там. Пошел. Давать? Давать? Ну, в троих, в четыре, ну, троих. Но они не встают еще. Давай, 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 да пофиг, ложи. Руф продаем. Сейчас, сейчас. Они не встали просто, чтобы дать это. Вай, беру. Сейчас можно, слышишь, вот сейчас можно. Да, они подзабайтятся, ну. Ну, потянешь? Блин, я ульт скинул с себя. Я умру. Ну, я понял, я нажал, короче, ульт. Да, и он ветер дал. Да, и ветром скинул. Долго. А, точно. А, у меня же вторая жизнь. Да, что ты ее не взял, я ее оставлял до конца. У меня нет слотов. Я стояла трое, и они стояли, типа, трое, они вдоль стояли. Ладно, забей. Гик, ман, да, рак. Я фид. А меня найдут тут? Интересно. Мне надо было вот здесь не в БМ хреначить, а просто ультануть. И рассчитывать на ульту Магнуса, и все. Меня нашли, все. Так форсуйся, чё ты стоишь? Так я, чтобы он за мной не побежал. Он побежал! Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья, я на Магнусе убегаю через вражеский колодец. Опа, сырок набайтил, да, набайтил. Но у тебя скивер будет, мне кажется, с даггера выйдешь. Скивер колодец, быстренько. Да не, должен уйти. Да нет. Похоронили метеоризмами. Почти, почти. Пойдет, пойдет. Забайтил на все тычки. На все удары забайтил, на все нормально. Ну, в принципе, ребят, давайте сделаем так. РП мы положили. Красиво дали момент, да? Теперь давайте просто закончим, наверное, эту игру. Мне кажется, за две катки здесь очень много красивых, реально приятных моментов, которые приятно смотреть. Греет и... душу, да? Да, греет души, потом уже посмотрим, что выйдет. На утро выйдет черепаха. Чё там, бабушка Бэтмен? Или что там? Чё, аж забыл, это так давно было. Да, это было настолько давно, что я аж забыл бабушка Бэтмен. Всё, вон, смотри, кстати, Магнус, где рак? Ну я прыгну, подамажу. Давай, 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 мусор, мусор. Ты сейчас отойдешь, а? Шонкер пришел, у меня ульты нету. Ай, меня Цемка зафризила. Умер? Не, я там критую, но я отойду, мне нужно отойти. Отойти, берись до конца.
Как же больно ты бьешь. На фотозоны, на фотозоны вылетел. Фоткай, фоткай, дядь. Фоткай, нормально, сейчас будет, сейчас будет. Все будет нормально. Цеменко, Цеменко, разрешите отправить вас на кухню немножко. Посуду помыть. Ты же фит. А, он же думал, что я фит. Ой, я Марцун Монтиров. На, один их ставим. Давайте, Тэш, блин. Мид, я думаю, сломаем все-таки. Смотри, они резко, в принципе, в один этот тайминг. Их можно на базе жахнуть. Да не-не-не, просто пушим. О, это что, мне? Нет. Ясно. Хорош. Иназис, буй-буй. Буй-буй, подписчика опять... Чисто. Ооо, вот это мне... Вот это я зафармил, да, хорош? Туда деньги. Деньги туда. У тебя что там, по РП есть же, да? Если... Сейчас, в принципе, они могут забычить на развороте, либо будут стоять дефить. Но они типа позиционку сейчас максимально могут потерять. Денег надо. Играть, ладно. Осуждаю. Четверых, в принципе, ну, можно попробовать, там они чисто стоят, там, на чили, на расслабоне. Они что-то... О-о-о-о-о-о-о. Старбок. Осуждаю. Ой, клэпом ее. На, на кухне. Мне это пописить надо. На кухню клэпом отправил, чисто. Подписывайтесь в YouTube, Хенезес. Хорошо. Так, у меня есть 6 тысяч золотых. Антонио, хочешь что-нибудь себе купить? Майбах, например. Да? Да? Дай мне пару фласок, я подберу, куплю себе майбах. Всю жизнь работал на заводе, чтобы купить майбах. Тут в жизни бы так работало, кто-то покупает фласки, отдает. Запулил, запулил чисто. У нас Магнус уписился, кстати. Так, ну красоту сделали, хорошо, очень сочно делаем здесь прям, красиво. Ну что, мы заканчиваем или... Да-да-да, я думаю, сейчас Магнус резается и пойдем. Я думаю, какой еще слот прикупить? Может, вместо сапога что-то закупить? Либо да, ну его нафиг. Вы еще не закончили? Да нет, сейчас заканчиваем, блин, я думаю. Сделай да, аватар и плюс зайди по пукау. Так. Так, так, брат. Я даже без аватар. Заходи. Так, шаманим. Сколько рефрешер стоит? Хорошо. Так, ну я могу тебе Тараску купить, в принципе, я думаю. Хотя вряд ли. Надо 12 тысяч. Блин, мне на 2 РП не хватит. 300... 75. Даггер. Ну тут, блин, без даггера бы точно тут луз бы. Надо фаста выиграть. Дайте денег. Дайте денег. У тебя 8 тысяч, да, денег? Ладно, я дропну. 3К. Давай. Оставлю я себе. Этот... Держи. Маны, маны, чтобы не... Да ты купи себе, блин, аркану, что за бомж на Магнусе. Так я и продал, чтобы рефрешер. И пойдем. Давай. А у тебя маны хватает? Нет, мне ничего ему не хватает. Не, не ты просто. Надо было спросить не так, мозгов хватает? Так, 300. Овнедж. 375, да, мне хватает. Все, по идее, аркана РП, аркана рефреш, аркана РП. Я просто не смогу вывести. Все, пацаны вон на байте стоят, если что, нормально. Ты на словах не сможешь вывести. На словах не вывожу. Давай, бафчик есть, погнали. Вот там это, женщина бежит. Цемомка. Цементка. Ух ты. РПшка. Куда он бежит? Там РПшки положил, да? Там РП, 2 РП в троих. Да я видел, 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 видел. Там мне показалось, РП очень кривые там были, не? Нет, нет, нормально. Ты если бы прыгнул, убил бы всех. Хорошо, давай умника. Но я их сотряс, головы. Да, нормально, нормально. Они уже все сдались. Хорош. Инвокера не задел второй.
Да-да-да. И я ЦМ-ку чисто там, ну, не пробил под кнопками. Опа, ничего себе. Прям как на Хинозеса. Бай-бай, Клосса. Двойной даст на Верочку. Ломай шмотки. Или не мужик. Или не мужик. Да мы просто мид, я думаю, сломаем, ребят. В принципе, я думаю, красивая катка. Сделали красиво, ребят. Сегодняшний квест все-таки хотелось бы, да, там забрать колодец, но я думаю, тут и так достаточно у нас красоты. Мне кажется, он врет. Можно РП, еще РП подождать. Не ломайте, не ломайте. Еще РП подождем. Вроде уже есть почти. О, он тэпнулся. Забей, забей, забей. Меня пробафывай. РП будет сейчас уже вроде. И под одной РП четверых заберешь. Если еще манка была бы у меня хлоп. Нормально, нормально, нормально. Вон, смотри, он троих держит. РП. Две секунды, дядь. О, четверых. Давай. Давай. Ну ладно, пойдет. Красиво. Да, она не подходит, дура. Да пофиг на нее. Есть чем скинуть ее? Ну ладно, так заберу. Хорош. Ну, красота, все равно, ребят. Я думаю, на этой ноте прям красиво, качественно, по кайфу заканчивать так видосик. Ну и, в принципе, на этом good game. О, ТПшится. Ничего себе. А, не ТПшится. Так, ну я... Че, так... хочешь? Ладно, забей. Истинный гуль, ломаю шмотки. И они дефятся, короче, и все. И good game. Победа. Ну что ж, ребят, вот такие у нас получились сегодня каточки. Обязательно напишите в комментариях, какая катка вам понравилась больше, первая или вторая. Чего нам здесь не хватило и чего, возможно, нужно тут добавить. В принципе, стратегия забирания Рошана с нулевой минуты через виспа, она очень тяжелая. И требует хорошей именно такой, знаете, сноровки, чтобы вы прям приловчились и делали все грамотно. Ну еще, конечно же, немножечко доля везения должна быть, чтобы Рошан меньше башил во время того, как надо отходить. В целом, через Леорика намного легче это делать, но, надеюсь, катки все равно вам как бы, ну, понравятся. Задумка хорошая. И, как говорится, один раз из трех раз мы забрали Рошана с нулевой, получается. Бустанули Урсун до 5-го левела, и, в принципе, что-то у нас получилось. Ребята, что вам как? Зашли вообще играете? Да, господин. Господин. Ну, в принципе, я выражаю вам искреннюю благодарность за то, что вы мне помогли это сделать. Обращайтесь. Не, ну если бы было не 24 попытки, то было бы нормально, а так, да. Не, ну на самом деле, вот мы сейчас записали, одно рейс сделали только, и все, реально. И получилось красиво. Ну и на этом, друзья, все. Нас держат в подвале, Азиас. Помогите, пожалуйста, координаты 1-4. Все, 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 ну хорош, хорош, все, еды сейчас кину, кину, хорошо, уговори. На этом все, друзья, спасибо всем за просмотр, с вами был Ксаназас, и до скорого. Всем бабай.